Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Отличник Лайф, и сегодня я переместился в такое столь значимое для меня место, потому что это связано с одним из моих событий в жизни. Я получил наконец-таки водительские права на 18 лет, и сейчас мы находимся в месте, которое знаменуется с точки зрения самоизоляции самым безопасным, потому что я заболел ковидом. Как ни странно, как не было бы это, я не знаю, плачевно или печально говорить, я не знаю, как я мог заразиться. Очень много факторов, сопутствующих моему заражению, было, потому что я и шастал по центру города, и в галерее, и, возможно, в УЗИ кто-то болел, но я не знал об этом. Но в итоге вот как-то так непреднамеренно получилось, что я заболел, потому что до последнего думаешь, что ты не заболеешь, что тебя это обойдет стороной, но, к сожалению, увы, это совсем не так. Потому что, ну, как минимум, меры предосторожности от заражения ковидом нужно соблюдать. Я уже болею около 2 недель. Я сдавал недавно, 5 дней назад, ПЦР-тест. Я надеялся на отрицательный, чтобы уже выйти на учебу. Но в итоге, увы, тест был положительный. Как и был положительный он 1 числа, когда я только-только заболел. Сейчас я расскажу подробно об этапах, но расскажу сегодня, куда я поеду. Я еду пересдавать тест. Мне сказали через 5 дней пересдать, потому что он может быть либо ложно положительным, либо до сих пор положительным, но через некоторое время он должен поменяться. Вот сегодня, я надеюсь, будет точно отрицательный тест, и я об этом вам скажу, конечно же, в этом влоге, либо в следующем сниму, как получится. Поэтому я сегодня еду пересдавать тест. Очки потеют. Расскажу вам немножечко о том, как я болел этим ковидом, как я понял, что это ковид. Я никак не понял, что это ковид на самом деле. Те этапы, которые проходит человек при простуде, я проходил то же самое и при ковиде. То есть, первое, это была слабость какая-то легкая, непонятная абсолютно, ну, неочевидная. Были какие-то, знаете, там, отсылки насморка, кашель такой появился. Я думаю, ну, блин, ну, это простуда, ну, как минимум, я буду лечиться обычными народными медицинскими средствами. В итоге, мама мне сказала поехать сдать тест на ковид. Я поехал, сдал его, и через 3 часа в клинике Екатерининской он пришел мне положительный. Тогда меня жизнь, конечно, к этому не готовила, потому что у меня как минимум началась там уже паника некоторая. Я не знал, чем лечиться, как это, там же там поражение легкие, что-то еще. В итоге мы вызвали врача, и мне прописали курс лечения. То есть я не буду о нем подробно рассказывать, потому что как минимум у каждого это свое, это субъективно. Потому что у каждого свой организм, свои особенности. Там надо проходить осмотр, безусловно, во время болезни, чтобы вам выписали те или иные лекарства. Но я не знаю, советовать я вам точно ничего не буду, потому что не врач, но лечился я просто как бы грипфероном, там парацетамол, аспирин и народные средства, там морс, компотики, чай и все остальное. Поэтому как-то так получилось, но чувствую я себя гораздо лучше, у меня нету уже не кашля, появились вкусы и запахи, которые пропадали. Ну вот, короче, сейчас еду сдавать тест повторно. Поехали. Ну, я Хасань, короче, поехал. Сейчас буду люто в потоке наваливать. Ну что, я нашел более-менее нормальное парковочное место. Вроде бы встал в бокс. Короче, сейчас пойду в поликлинику, в которую надо. Я сегодня вдрил шмоти, то есть у меня перчаточки. Белые форсы, конечно же, а вы как думали, по классике, то есть у нас зима, у нас 1 градус тепла, то есть это очень холодно, я в курточке, в водолазочке. Напишите, как у вас погода, у меня потеют очки люто, все, я пошел сдавать тест, вернусь, получается, как уже его сдам, расскажу о своих ощущениях и, соответственно, поеду домой на самоизоляцию опять, потому что нельзя выходить, нельзя ни с кем контактировать, пока не пройдет еще дополнительно 2 дня, пока не придет мне тот самый заветный тест, потому что он идет 2 дня. Ну все, я никого не хочу заражать, я в масочке, все ровненько. Я пошел, там отдельная эта комнатка есть, в нее заходишь и все, чилишь, ждешь, когда тебя примут. Пошел я, короче, ребят, пожелайте удачи. Не, ну по факту мастер парковки. Смотрите, сколько здесь расстояния оставил, чисто себе походить. И сколько там расстояния еще осталось. Ну реально, заезжаю, я более-менее нормально говорит и чувствую. Все, тачку я закрыл, короче, я пошел. На улице погода очень прикольная. Знойный такой ветер, неприятно. Я еще приверженец старых порядков, я снимать не беру. Люблю всегда на камере, на какие-либо. Но сейчас мне приходится снимать на айфон, и я уверен, на 100% уверен, что звук будет такой убитый, просто в щель.
Все, ладно, очень холодно, короче, я пошел. Получается, ПЦР-тест я пересдал.